Чебоксарах прошел съезд Совета муниципальных образований. Накануне повестку проработали на дискуссионной площадке в Красноармейском районе. Члены правительства и главы муниципалитетов обсудили вопросы реализации национальных проектов. Одна из самых масштабных задач муниципалитетов – реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы. Сочетание ее с другой программой инициативного бюджетирования приносит хорошие результаты. По программе инициативного бюджетирования в 2019 году в районе всего осуществили, выполнили 19 проектов. Все проекты выполнены, и в том числе 9 – это ремонт дорог в населенных пунктах района. 8 – ремонт мест захоронения со строительством домов, 2 – спортивные площадки и 1 – очистка пруда. На следующий год запланировано проведение 32 проектов. При этом необходимо вести постоянный контроль за ходом работ. Кроме того, главам поручено провести ревизию проектов дорожного строительства, а при проектировании дорог учитывать их социальную значимость. Говорили и об основных проблемах местного самоуправления. Соответствие финансирования местных бюджетов объему полномочий, дефиците квалифицированных кадров в администрациях районов и сельских поселений, о других задачах. Для меня большая тема.